Всем привет, это первая ночная планерка. Как мы обещали, планерки будем грузить сюда, на канал InfoCar Backstage. И сейчас расскажем не только о наших планах. Карма, что ты легла? Вот это карма. Ты послушная собака? Тогда встань с грязи, пожалуйста. Кто тебя мыть будет потом, белобрысую? Итак, у нас сейчас проверка света. Мы впервые его используем аутдор, так сказать. Если вы на мой инстаграм подписаны, то уже видели, что это такое. Итак, два прожектора, мы их спаяли. Все на диодах, мега мощные. И что интересно, все это сейчас работает от вот аккумулятора, вот такого маленького. Ну и это блок управления. Можно регулировать яркость каждого блока отдельно. Все это питается или от 220, или от прикуривателя, или от аккумулятора. Суммарная мощность где-то 150 ватт. Итак, у нас две тачки, Lexus ES и, наконец-то, новый X5. Кстати, по поводу X5 у меня сразу вопрос насчет внешности. Вот мы его ругали все старательно, Ярик ругал свежо, и мы стебем постоянно. Но вот сейчас взяли в белом цвете, в M-Sport пакете, какой-то он не такой уж и ужасный. И напишите, пожалуйста, что вы думаете, потому что, может быть, просто мы одиноки в своем мнении насчет того, что не очень выглядит он снаружи. Ну и внутри как бы тоже есть вопросы. Такой вот у нас салончик с подсветочкой. Фарки. Фарки, кстати, топовые. Тачка с мотором 30D. Это 3-литровый новый дизель, по-моему, B7 серии. 256 или 260 сил. 6,5 до сотки должен ехать. И... ой, что-то она сильно яркая. Лазерные фары у нас. Самый топ. Снимем обязательно, как они работают ночью, как светит. Так что мы собрались свет ставить? Мы хотим снять один тест полностью ночью, в темноте. Может быть, это будет Range Rover Sport. И хотим выяснить, возможно ли это сделать. Ярик, расскажи, прогноз какой, потому что ты увидел. Ну, я думаю, что если мы выберем правильную камеру, то мы сможем снять правильно. А правильная камера, Ярик, на данный момент считает Sony Alpha 3.7 или 7 Alpha 3. Alpha 7.3. Которая стоит, блин, недорого относительно, 2500. 2500. Итак, у нас есть Lexus ES, самый бомбический из бомбических. Диоды у него еще ярче, чем у BMW, и Ярик говорит, что он круче, чем X5. Да? Тяжелые двери, благородные звуки, такой красивый бежевый салончик с ушками от Шрека обязательно. Пищит он весь, там панель приборов цифровая. Все как положено. Итак, в ближайшую неделю у нас будет тест опубликован через Tiggo 4, Lexus ES на следующей неделе, BMW X5 в сравнении со всеми своими конкурентами. Это будет, наверное, самый крутой выпуск из цикла люксовых внедорожников за последнее время. Если мы его, конечно, доснимем, и все нормально, потому что сегодня нам туман не дал снять, как он задом 50 метров едет. И вот мы думали, нафига эта функция. Смотрите, если вы едете в ресторан бухать, если он недалеко от вашего дома, вы можете доехать туда до ресторана передом, потом сесть бухой за руль, включить автопилот, и 50 метров машина вернется по тому же маршруту к вам домой. Ну и гайцам объясните, если что, что это все немецкая крутая фишка. Вот там сзади стоит Touareg рестайловый, не такой, как у меня, и на примере этого Touareg я собираюсь снять отзыв о владении моей машиной, хотя у меня была дорестайловая, но вот мне понадобилось полгода или год уже почти без Touareg, чтобы захотеть снять о нем отзыв. Если владелец Touareg этого разрешит нам покататься чуть-чуть и на примере этой тачки порассказывать, то может через месяц-два мы это подснимем. Что мы еще обещали показать и сказать? Ну что-то со светом как-то не очень. Вечером, да? Это грязная машина, к тому же она черная. Да. Ну, может, немножко просто больше периферического света и будет там. Ну, там фонарики. Попробуем. Все. А, еще вот есть карма. Или карму мы уже показывали? Карму показывали, да, уже? Можно показать еще. Да. Карма, иди сюда. Карма, дай лапу. Дай лапу. Дай другую лапу. Вот туда лапу. Все, молодец.